Переходим к другим новостям. Уже в следующий понедельник, 23 мая, партия «Единая Россия» откроет процедуру электронного предварительного голосования в рамках выборов депутатов городской думы. Напомним, что новый состав муниципального парламента горожанам предстоит определить 11 сентября. В минувшую среду вопрос о формировании списка кандидатов рассмотрело региональное отделение партии. Было отмечено, что любой, кто хочет стать выборщиком, должен до 27 мая зарегистрироваться на сайте pg.er.ru. Авторизация и подтверждение личности осуществляется через портал госуслуги. Это позволяет исключить возможность двойного голосования, а кроме того, голосование не по месту регистрации гражданина. Что касается самих выборов, то от «Единой России» на праймерис выдвинуто 145 человек. Это действующие депутаты, это люди, которые составили себе имя в профессиональной сфере. Много людей, которых я знаю там по сфере образования, здравоохранения, предположим. Это молодежь. Это представители общественных организаций, в том числе люди довольно такого зрелого возраста. Это члены партии «Единая Россия». Много беспартийных, которые захотели участвовать в предварительном голосовании и собрали необходимый пакет документов. Кстати, не такой уж сложный.